Бля, вот эти вот боги игры, которые первые на крышу падают, вообще забей. Мысли нахуй. Ты всех убил или еще есть? Я четверых нокнул. Четверых Ник нокнул? никто, блядь, не сдох, да. Не знаю, я одного убил, мне сразу... И вот все. Вот, четыре засчитало. Почему так? Ты убил одного, а мне засчитало четверых. Мы не против складов случаем играть начали? Нет. А почему ты чет... Ёптамаста, что это? Игра, алло! Ты можешь нормально работать? Неадекватная. Я типа хз, но я убил, сначала я одного просто расстрелял, он умер сразу. И вот этого сейчас тоже расстрелял, он тоже сразу умер. У них, может, связь какая-то ментальная была, я не знаю. И вторая каска у меня на этом этаже, последнем. Террор, Мордор. Ну, второй. А, ты уже пошел помогать там людям, да? Не-не-не, еще нет. Каску заберу. И теперь готовьте помогать людям. Че, пойдем поможем? Пойдем поможем. Как-то они справляются, они на той стороне. Блять, ебаное стекло, видал, которое да? Блочит прицел. Чувака на 30 НВ. Да, да, я в него хотел пострелять, но стекло заблочило меня. А, ты в дом зашел? Хуй это нагрыз. Понял, понял. Я типа думал, ты как-то обходными путями к ним пойдешь. Обходными путями. В паблике обходными путями. Че, гол дальше? Ого. Тебе бустик нужен? Не, у меня есть, я выпил. Ауч, ауч, ауч. Это сзади прям. Он тебя сразу... Поднимай, поднимай, поднимай сразу, алло! Я думал, ты умер, ёб твою мать! Тут нихера отвернулся такой, бля, у меня. Я там... думал, он тебя заруинил. Одна понимаешь? Капелька осталась. Я думал, он тебя реально заруинил, сорянчик. Фух. Специально отвернулся такой, смотрит, смотрит, наверное, чтобы по это по более MVP. Сейчас он нахуй умрет, бля. А я еще такой. Смотрю, смотрю, ну, типа, чтобы найти его, тебе инфу дать. Потом понимаешь, что не могу сделать. Уже хочу разворачиваться жопой, чтобы мне в голову не попал. И это он мне как раз в голову хлопает. У меня там четверка была, по-моему. У него была, да. Теперь нет. Есть еще вторая? Вот, вижу вторую каску. А то моя немного дырявая. Дырявая? Вот теперь нужен бустик. А, кинул. Ты взял? Да. Это Тантум Верде Форте. Убивает он микробов в горле. Привет, Мак, пишу отдельно поздороваться. Привет, Мак. Здравствуй. Пишу да. Отдельно это поздороваться. Ну мы же здоровались сегодня с тобой уже. Ты на стриме отдельно поздороваться. Подо мной, 200. Хаяки дать, отойди нахуй.
Откуда он? Где он вообще? Откуда он кидает? Из-под забора. Прямо из-под забора. У меня каска древая. Он поднимается его по забору, поднял. Кого он там поднял? Уже оба лежат. Что? Я прям в них просто гранаты попал. Там... Если бы эта граната не взрывалась, я думаю, она бы кого-то просто по голове, типа, вырубила. Я еще вовремя сказал, что он гранат кидает, я думал, все пизда нам сейчас будет. Так, у меня, короче, каска дырявая, надо найти новую. По-моему, там в арене еще была вторая каска, надо ее. У меня все четко. Да, там еще одна была каска. Ну, типа, продыряю. Я пока тут посижу, там, не знаю, посуду помою, тут много грязи. Давай, я только посуду мою. Спасибо огромное, Андрей, спасибо за 500 рублей, 1500, обалденно, щедрейший донат. Спасибо, очень тебе благодарен. Спасибо за всю твою поддержку, дядька, вообще. Спасибо огромное. Очень тебе благодарен. Спасибо. Очень ценю внимание и поддержку твою. Всё. Спасибо, дядька. Я нашел. Я тоже. Чё, куда двигаем? Мой обычно. Чего? Куда двигаем, говорю? А, куда-нибудь. Ой, там говорят, я слышу. Хотя ладно. Когда в пиратов буду гамать. Казино, ну, кстати, по-моему, вообще не лутанное. Даже если буду, то, наверное, где-то попозже вечером. А, я сегодня же загранник получил, кайф. На 10 лет сделал. 10 лет? Да. Кайф. Это типа, что если я вдруг стендыну куда-нибудь позову, чтобы слетать мог? Ну да, если вдруг куда-то. Ну, у меня не было планов какие-то в отдых выбираться, я не делал ничего. А тут хоп, и так жизнь сошла, что приходится выбираться, да? Ну да, то прям такие варианты могут появляться, и такой, оп-оп, лучше сделать. Кто его знает? Идите людей найти. 30 человек, блядь. Надо ехать куда-нибудь или бежать. Побежали просто. Ну типа, с Леонаса вряд ли люди поедут. Поехали просто. Можно просто по дороге поехать. СКС, который нас 165 справа бьет. Это кто он? Когда он так? Это почему все так? На церкви где-то. Ну, короче, так. Окей, Антон, я позже зачитаю сейчас что-то. Я, короче, знаешь, что сделал? Чувак, перед нами 105, 205. Блядь! Вон, вон, ушли с тобой дальше. За камнем. Нахнул? Я, блин. Хильси, хильси. Ну, в голову попал. Да. Да, мне кажется, друг его где-то, наверное, на этой. А, нет, там же.
Он его поднял уже, ничего себе. Все. Хорош. За май топ. Блять. У тебя скоп есть? Нет. Есть, есть, здесь, есть. Здесь восьмерка есть, восьмерка есть. Не, у меня 4x есть. Ты всех золота? Нет еще. Мы тут на турнир на Бали летим. Заявку от тебя, я так понял, подаю. А, да. Шорты не забудь. Да, тактическая ложь на М-ку. Это было бы супер. Бля, мы прям в центре событий. Бум-бум. Ну, как видишь. Пол. Скуби-ду мобиль! Я вызываю тебя! Ой, батюшки! Ой, батюшки! Кил Машиныч! 25-долларовый сап! Отпинусь и кайфую, а ты давай, топ-1. Спасибо тебе огромнейший, Килл Машиныч. Спасибо за поддержку твою. 25-долларовый саб. Четвертый месяц подряд 25-долларовый саб. Обалдеть. Спасибо тебе большущее. Очень круто. Спасибо, Киллыч. Е. У тебя все хорошо по бустам? Тебе нужно? Да, да, да. У меня один пейнкиллер. А бинты нужно? Бинты есть. Блин, то есть хиляйся. Все, я готов. О, 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 пикада. Пешком или добежи, или на, вот так, возьми. Сада? Ну, можно пешком. Давай. Что-то, хз, неохотно, я скуда он били. Спасибо огромное, Килыч. Откидывайся на спинку кресла и кайфуй. 4 месяца, как уже подписываешься 25-долларовым сабом. Спасибо большое, Земеля. Спасибо. Я помню, я прекрасно помню, что я обещал сделать сходку в Ухте, и я об этом помню. Обязательно сделаем. Где-то тут стреляли. Стой, подожди. Антонеллич, ты тоже 25-долларовый саб? Ой. Жестко. Я втихаря подписался. Ничего себе. И в Питере сходку надо. Да, опять мы в центре событий, бля. Кайфуй, брат. Ты сразу прям направо уже свернул. Да, ну и в жопу. Я, конечно, могу как колдер, но... Бля... Не, я... Иногда смотрю твои клипы и угораю с того, как ты в небеса улетаешь на машинах. Ебая угораю с этого дерьма. Да. Надо это трек вставлять. If I could fly! Такой чё? Погнал. Ну, после того, как я несколько раз в небо улечу на машине, приземлюсь и умру, я потом могу в небеса улетать уже без машины. На собственной тяге. Там фич двоих размотал. Где твои советы, Мак, для игроков? В смысле? В смысле, где мои советы? У меня что здесь, школа PUBG образовательная? Где я хожу, советы раздаю?
Или ты конкретно недоволен, что я конкретно тебе не даю советы? Совет номер один. Даже не совет, а правило, да? Как говорится, главное, желтый снег не есть. Вот тебе первый совет. Используешь ли скаут мод на своей звуковухе? Нет, не использую. Не использую. Нет, надо. Бля, это только второй круг замкнулся. 25 человек, ема. Смотри, тачка странно стоит на 70. Да, это 100% не дефолт, как говорится. Либо в домиках, либо в Ля Бендита. Ля Бендита. Тантум Верде Форте убивает у микроба в горле. И если ты в теме, помни, это тантум. Здорово, здорово. Спасибо большое за двадцатку. Спасибо тебе большое. Гематогенчику себе возьму эту двадцаточку. Дропч лежит на 40. Бежали дальше? Опа. Угу. 5. Н. Там какой-то чувак дальние шоты ебашит. О, он в этом сидит, в вышке с четвёртой. Я вижу, вижу его, вижу. Я, короче, пробегаю. Мы можем тачку взять, здесь же тачка. Так у нас же еще, у меня здесь это, басмобиль просто. Я поехал на этом. Давай. Бля, вот он вообще стреляет и не понимает, что он зря это делает. Но если не пытаться, никогда так и не убьешь такого расстояния. Он пытается, видишь? Мы можем приехать к нему и научить его. Хотим? Научить стрелять дали или близь? Расширенный урок сделаем. По мультишотингу. Там еще гранаты в какие-то стороны другие летают. Так его, по-моему, пушит. Или его пушит. Да, в дырке. Как ты выжил, сука? Как ты, сука, жил? Он вообще в говно каленый. Может в дырку кинуть хае, и он умрет. Но я там только одного видел. По второму нет. Сталкер СВК. Там есть люди на 310. Угу. Он хоть тут имел? О, по мне. Бля, серьезно? Я приуныл. О. Я попал в железку вот в эту вот, а он попал мне в голову. Я тоже по нему уже стрелял прямо в башку, и он попал в железку. Надо из этого, из дверного проема. Так, я хилюсь. Ёбаю мать, козлы. Тоже, да, приуныл? Тоже приуныл счёт. Ща, брат. Да, эти каски, они только мешаются. Ой, не знаю. Сука, нахуй нужны, да. Дурацкие каски. Интересно, они нас будут пушить? Не, им и там хорошо. Может, бинта им похилить? О, каска. Че, пойду еще одну терять, что ли?
А я эту каленую подобрал. А я их не вижу, бро. По-моему, вижу. Я понимаю, откуда пикает чел с КС, но не понимаю, откуда чел с корика пикает. А два окна. А, вижу, с КС в правом окне, с корика с левом окне. Ой-ой-ой! Но мы-то не ой-ой-ой. Мы-то не они. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Я взорвал. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я попал в окно с хаешки, ты прикинь, насколько я крутой. Я видал, ну типа через забор. Это, ну это, ну, вообще найс. А, да тут окно огромное. В смысле, блядь, чё ты сразу начинаешь? Бля, армора нет. Чё-то оно изнутри такое огромное. Бля, ему закинул там. Птичку тяпни одну там еще. О, целая. У меня 6 их. О. Я, а, короче, бусы надо, у меня 2-12. Конечно, у меня всего 3. Карчик, что ли, взять? У нас там 30 секунд, зона, она у нас недалеко. Ну, карчик. Так, у меня первый армор на тупо 16%, поэтому я думаю, что одна пуля и нет армора. А у этих армор сбиты, да, были? Ну да, ты их сломал. Блин. Я хотел первого в голову бить, но не вышло. А может, ты взорвал армор, а? А? Взорвал. Взорвал армор себе. А дорога перебегает. Видишь, 340? Ух ты, сука, он еще и выпендривается. Я ему накидал. А друг его, что ли, стреляет? Походу. А откуда? Я не вижу. О, его друг в ангарах вообще. Слово друга? Не, я по нему стреляю. Ой, хорошо! Ой, хорошо! О! Ой, еще попал! Еще надо дать! Его, ну. О! А тот до сих пор за камнем. Кого? Кто за камнем? Я за деревом, про которого вообще говорю. Вижу. 330. Раз есть нём. Как же он живет? Как же он живет, блядь? Он там под Бенни Хилла убегает. Аккуратно здесь надо уже, наверное, и право чекнуть. Надо забить на него, типа он реально ушел от нас. Да пофиг вообще на него. Не, зона крайне даунская. Сморг. Сморч. Давай, короче, это, когда забегаем в зону, говорится сморч. Подожди, надо вдвоем в зону заходить, чтобы дебил. Ты не сказал. Сморч. Сморч. Опа. Они на горах, на горе, на эту гору можно забраться, они на ней. Пойдем помогать. Ну, надо бы как-то отсприси, да.
А то мы сейчас нашу мимо, он нас просто испепелит. Я ему ебал набью. О, там еще и М24 у них. Вон вижу одного. Попал. Одного я с пульчем, который был, я убрал. А, да, а я их, блядь, наверх забрасывал гранатами. Слушай, это тип слева стреляет. Где-то. Воу! Попал в типа, просто... Ёб твою мать, чё творю? Я ему два хеда дал! Ты понял? Я ему... Сколько максимум топов падает? Сморщ, гоу, дальше. Я ему ебак срезаю первым шотом. Двое типов 60. Сгибем, а второй раз просто хороню. А, ебать, сразу. Я там накидал жестко всем. Вот где-то, короче, перед нами, перед ЛГ, должен быть типчик. Базаришь, братан? Счет, я не хочу пока спускаться. Кент типа, который с пулеметом. Типа. Не хочу высоту отдавать, иначе я, пожалуй, лучше тут побуду, окей? Да я тоже не планирую, просто типа... Смотри, чтобы этот тип там кругаля взад не дал. Я слушаю, я типа тут относительно так. Где типы жестко получили? Они, кстати, бежать на нас. Я ни разу не пал, типа, я в них отстрелял. Вот я тот, очень жестко. Вот тот тип, который на 302 сбежал, он просто репорт сейчас бросил. Он впитал урон. Он впитал два хедшота, причем последний вообще в прыжке попал ему в голову. Я смотрю, чтобы этот кругаля нам не дал. О, он нам помогает. Помог, блядь. Он один остался. Мы будем так на него крутить, да, прям? А чё бы нет? Ну-ка, подожди, я не успеваю с тобой. Если он тебя сейчас забреет, будет супер плохо. Я сейчас зафубащу здесь. Вот эти типы валяются. Ну он тут дальше ушел по-любому. Нормально. Бля, он горел. Я ему два ебака дал, what the fuck? Я упал еще, ты один. Он хилится так же. Вон инфу же смотрю, где он. Солнце, сука, в глаза светит, не вижу его. Спрыгнул на тебя. Блять, ты серьезно? Там было два попадания в голову. Я сейчас просто пересмотрю нахуй на замедленное. Он меня первым сбрил. Сразу же. Я хз как-то.